Говорим про секрет долголетия. Я записываю тайм-код. Вот такая книжка. Я ее прочитал. «Ленивые живут дольше». Честно говоря, вот забыл посмотреть, как она правильно переводится с немецкого, потому что мне кажется, что здесь тоже, в общем-то, перевод ошибочный, ибо название не отражает сути книги. Не совсем это правильно, что ленивые живут дольше. Основная идея этой книги заключается в том, что люди с пониженным метаболизмом, с те, кто меньше расходует свою энергию, они живут дольше. Ну, здесь вот второе название книги, которая написана маленькими буквами, «Как правильно распределять жизненную энергию». Вот это более точное определение этой книги. Ну, в общем-то, главная идея, наверное, сводится к тому, что если вы меньше тратите энергии, меньше едите, и это очень важно, именно меньше едите, да, то вы проживете дольше. Причем ну, эффект может быть весьма существенный. Даже вот приводится результат эксперимента, когда один ученый на мышах сумел за счет того, что понизил количество калорий мышам, продлить их срок жизни в полтора раза. Книга эта написана немецкими учеными в 2002 году, и именно поэтому она заслуживает такого внимания, потому что из названия следует, что это какой-то, знаете, самоучка-любитель написал. Это, кстати, вот любой качок, который ходит в спортзал, там, почитал какие-то самоучители, да, он считает себя, так сказать, экспертом в области здоровья и долголетия. Ну, не опираясь ни на какие исследования многочисленные, да, там, какие-то опыты на мировой научный исследовательский опыт и так далее. Вот. Поэтому еще раз рекомендую. Я точно знаю, что никто из вас не будет следовать советам, которые приведены в этой книге, но вы знаете, вот на меня как это, например, действует. Я постепенно, читая такие книги одну за другой, накапливаю некую критическую массу аргументов, которые заставляют меня со временем действовать. То есть я, например, знаю, что надо медитировать. И пока я до сих пор не медитирую регулярно, но с каждой новой книгой вот подобной я убеждаюсь в том, что у медитации есть вполне конкретная польза, которую вот неинформированный человек сразу вот так вот распознать не может. Поэтому рано или поздно я начинаю делать какие-то шаги. Вот в частности, эта книга заставит меня... Наверное, знаете, я все-таки введу один постный день в неделю. То есть я буду, наверное, скорее всего, по воскресеньям, либо вообще на одной воде, либо минимальный рацион, то есть просто сокращать количество калорий. Ну, в общем-то, убедительно в этой книге это доказывается. Помимо очевидной идеи в этой книге, которая есть, то, что надо меньше есть, есть еще неочевидные выводы. Например, изнурительный спорт сокращает жизнь. Здесь я, кстати, хочу передать привет всем триатлетам, которые, в общем-то, на полный износ организма работают. Еще одна тоже неочевидная идея – это то, что нормальный сон длительный продлевает жизнь. Здесь, кстати, противоречивое у меня чувство, потому что я сталкивался с исследованиями, которые, наоборот, говорили, что если вы спите меньше, вы живете дольше. Но здесь говорится о том, что надо отдыхать. Еще одна идея – это то, что переохлаждение увеличивает расход энергии, поэтому надо пребывать в тепле, в солнечном свете. Кроме того, еще есть такая идея, что спорт, стресс, стимуляторы ускоряют метаболизм, а значит приближают старение. Ну вот, например, такие нейромедиаторы, там как норадреналин, адреналин, кортизол, все это вырабатывается. И под действием спорта, кстати, и под действием стресса, все это увеличивает расход энергии на 10-15%. И, знаете, еще у профессиональных спортсменов есть такая проблема. Дело в том, что у них вырабатывается кортизол тоже, такой, это, скажем так, плохой гормон, который, с одной стороны, мобилизует, конечно, силы в организме, но, с другой стороны, если вы привыкаете постоянно вырабатывать этот гормон, то со временем организм начинает его вырабатывать на постоянной основе, не только в периоды стресса, но и все время, что, в общем, тоже отрицательно для здоровья. Но еще раз, знаете, я тоже получил обратную связь по рецензии на эту книгу, я ее написал на SmartLab, ссылка внизу в описании, я там более подробно развернул эту рецензию. Получил обратную связь, люди не все согласны. Действительно, нет универсальных опытов. Кто-то умрет от рака, там, я не знаю, в 50 лет, к сожалению, ничего с этим не поделать, да, но это совершенно случайно.
Вот. Но при прочих равных, если изначально у нас базовые предпосылки одни и те же, да, то есть совершенно ну, логичные закономерности, которые одному человеку с одинаковым фундаментом, да, жизнь продлят, а другой, который не будет соблюдать каких-то вещей, будет жить на 20 лет меньше. То есть это ну, тоже очевидно. Так что не стоит при аргументации или контраргументации использовать какие-то единичные примеры. Надо использовать, конечно же, некую статистику обобщенную по множеству случаев. И эта книга, кстати, как раз ссылается на обобщенную статистику.